Мир вам, дорогие братья и сестры, сегодня, как уже было много раз сказано, мы празднуем 20-ю годовщину основания Лянской Балтийской церкви в Ланкастре. Я думаю, что каждый из нас, включая меня, мы благодарны Господу, мы рады быть участниками этого праздника. Сегодня пастор Андрей сделал замечательную вещь. Он призвал наперед людей, которые в той или иной мере Бог употреблял для того, чтобы здесь Тело Божие зарождалось и развивалось. Мы верим, что Бог работает, и Он кого хочет, того тех привлекает. И во время этой сегодняшней программы мы также видели дисплей, фотографии, уже PowerPoint, некоторые моменты из жизни вашей церкви. Я был рад, конечно, что это мой фейс был. И мы там увидели с братом Логином сидели, и вот брат Ковальчук, вот брат Светлецкий. Я только эти два имени, две фамилии назвал, их уже нет среди нас. Они послужили очень сильно, как на территории бывшего Советского Союза. Брат Светлецкий служил в Украине, служил в Казахстане и последних 10-15 лет был старшим пресвитером по Молдавии. Брат Ковальчук служил в Аргентине, служил в Америке на разных позициях, был пастором Украинской церкви в Румине, в Филадельфии и возглавлял офис этнических церквей Конвенции Южных Баптистов. Я имел привилегию принять его это служение. И сегодня нет среди нас. Но я помню, когда какое-то торжество было, и я имел такую честь проводить собрание. И так как Ковальчук уважаемый пастор, и он имел что сказать, ну его всегда последним ставили. Но получалось так, что очень большая программа. И уже смотришь, два часа прошло, и где-то лимит терпения людей кончается. И вот брат Ковальчук должен говорить главную проповедь. Я его приглашаю, я говорю, дорогие браты и сестры, мы є щасливі, що сьогодні серед нас є пастор Ковальчук. Це особлива людина, яка вміє за дуже короткий час, за 2-3 хвилини, сказати дуже багато. Я коли йшов сюди, я не такий талантливий, як Ковальчук. Я не можу за 2-3 хвилини сказати все, але я, як бачите, взяв 2 біблії. Це з цієї Біблії я мався проповідувати проповідь про тайну церкви, як інституція Бога. Це дуже серйозна тема, і я думаю, що брат Андрій, пастор Андрій мене колись ще раз запросить, і я цю проповідь виграшу. На сьогодні не було Ковальчука і Світлецького серед нас. Я не знаю, чи вони бачать нас, чи вони чують. Але на всякий випадок, давайте скажемо дякуємо пастор Ковальчук і пастор Сідлецький за вашу працю по заснуванню цієї церкви. Нехай ім'я Господнє буде прославлено. Я прочитаю дуже коротко і будемо молитися. 15-й псалом і прочитаю 3-й, 5-й, 6-й вірші. Псалом 15-й. 5-6 душа. К святым, которые на земле, какую мову говорит, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Верующие, которые любят читать Библию, в особенности книгу Псалтир,
они согласны с утверждением, с мнением многих богословов, исследователей Библии, которые относят 15-й псалом к псалмам, которые называют «золотые псалмы». Здесь раскрывается внутренний мир Давида. Здесь раскрывается его великая любовь к Господу и к тем, которые любят Господа, к его братьям и сестрам, исповедующих имя великого единого Бога. И Павел говорит так: «Ты, Господь мой, блага мои тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Господь есть часть наследия моего и чаши моей». Что мы, верующие, ученики и ученицы, знаем про чашу, о которой говорит Давид, и о наследии, несколько слов. Действительно, Библия очень много говорит о великом наследии. Когда мы смотрим еще на праотцев наших, Авраама, Исаака, Иакова, они верили в великое наследие и стремились к нему. Это очень важно. Верить и стремиться к нему. Вера их, действующая, действенная вера, она определяла их образ жизни, она определяла их стремления, она определяла их планы и смысл жизни. Поэтому в послании к евреям мы читаем, 11 глава, они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их называть себя и Богом, ибо Он приготовил им город. Их жизнь – это стремление к небесному наследию, городу, который приготовлен был Богом, о чем мы читаем 11 глава евреев. И этот город приготовлен как наследие для тех, кто вошел в Церковь Христову, кто стал Детем Божьим, кто идет за Иисусом Христом. Апостол Петр говорит в первой главе: наследству нетленному, чистому, неубиваемому, хранящему на небесах для вас. Поэтому, друзья, дорогие, как будет замечательно, что в этой стране, Америке, стране возможностей, мы имеем планы все-таки выше, нежели что может предложить Америка. Наши планы, они зиждятся на том, что может предложить Бог. А Бог предлагает вечность, этот замечательный город, который Он построил для своих детей. И несколько слов еще за это наследство. Что такое наследство? Мы знаем, что иногда люди ссорятся, люди иногда даже умерщвляют один другого из-за наследства. И мы знаем, что это богатство или имущество, которое завещают родители своим детям или родственникам. Вот здесь один очень важный момент, который звучал сегодня в ответах братьев. Давид называет, слушайте внимательно, Давид называет самого Бога частью наследства своего и чаши своей, то есть судьбы своей. Сам Бог, Творец неба и земли, Святой Бог, Он есть судьба Давида, Он есть его наследство, Он есть его жизнь. И поэтому для Давида Господь — это выше всего, это его богатство, это его драгоценность. Поэтому он ставит вопрос: кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Вот такие переживания имел Давид и другие большие люди. Господь
чашей Давида, поэтому он пишет, ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умолил меня елеем, голову мою, чаша моя преисполнена. Это он, Господь, пастырь Давида. Он переполняет чашу Давида своим богатством, своего присутствия и делает Давида счастливым. Поэтому, друзья, дорогие, пусть Господь благословит каждого из нас. Что, как кто-то сказал, что Соединенные Штаты это одна страна, а Америку делает каждый сам себе. Поэтому для Давида это не просто Америка. Для Давида Господь – это его жизнь, это все, что наполняет его сердце, это Бог, который наполняет его сердце. Это ее стремление к Богу. Поэтому Давид делает такое убедительное заявление. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Его жребий, то есть его судьба, все, что он получил от Господа. Он убежден, что сам Бог определяет его судьбу и что он, Бог, держит его в могущественных руках. И перед тем, как мы будем молиться, маленький ремаркс. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. 6 стих. Что такое межа? Здесь может быть меньше, мы знаем, особенно кто живет в Филадельфии, но кто связан с землей, то знает, что это то место, где мой участок земли соприкасается с участком моего соседа. И если перевести это на духовную жизнь, можно увидеть, что межи Давида прошли через благословенные места. И что это за места? Сердца наших ближних и наших любимых. Это люди, которые любят Господа. Это наши друзья, это братья и сестры по вере, это члены церкви. Поэтому, друзья, дорогие, празднуя юбилей церкви, мы сегодня благодарим Бога за каждого, кто здесь потрудился. И давайте с этими чувствами благодарности Богу за то, что и наши межи, что рано в одно или другое время мы соприкоснулись с этими людьми, с детьми Божьими, что мы вместе работали, вместе молились, вместе плакали, вместе любим Господа. Давайте поблагодарим и скажем, как Давид, межи мои прошли по прекрасных местах. Дети Божьи, это наши друзья, это любимые, за которых умер Иисус Христос. Мы не знаем, что случится дальше. Мы все чаще и чаще слышим, что живем мы в последнее время. Мы знаем, что политическая ситуация непростая в мире. Но благодарение Богу, что наша судьба, она не зависит ни от Путина, ни от Трампа. Наша судьба в руках Божьих. Мы благодарны Богу, что Он окружил нас в этой стране своими детьми, нашими братьями и сестрами. Поэтому, смотря в будущее, доверимся нашему Господу, будем любить Его, будем обогащаться и наполняться им. Знаете, душа человеческая не терпит пустоты. Но иногда смотрим, дети наши, внуки, слишком смотрят, но то, что им надо. И проблема в том, что их душа пустая, и они наполняют эту душу свою всей грязью этой земли. Поэтому родители дорогие, пастыря дорогие, помогайте детям, внукам, членам церкви наполняться Господом, могуществом силы. И вы увидите, что место для чего-то грязного будет меньше, а может и совсем не будет.
И тогда наша судьба, она счастливая, независимо от обстоятельств политической системы, мы в могущественных руках нашего Господа, нашему Богу, нашему Спасителю, единому и премудрому, который живет на высоте небеса, также с верным и сокрушенным сердцем. Пусть будет сегодня и всегда благодарность. Аминь. Помолимся.